Ouais, j'ai, mais c'est bon. Pierre-Louis, ça module là ou pas? Non.
1, 2, 1, 2, 1, 2, test.
Testing, testing. Oh, that's better. Testing. Can you hear me at the back? Mama Do, is there an echo? All good? You can hear me? Testing. Hi, tech support. Yeah, thank you. Testing, testing. Testing. It's okay, you can try it. You can try everything if you want. Testing. 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 Testing.
This is just a quick announcement. If you're in the room and you're on the cybersecurity main session panel, if I could ask you to please come up to the podium. We'll be starting promptly at 10. So 2 minutes to 10, I'd expect every panelist to be seated. Thank you. Thank you.
If I could just ask the remote moderators for the cybersecurity main session to please prepare the platform. Thank you. And just let everybody know that we'll be starting in 15 minutes.
Is Wim de Gazelle in the room? Just checking to see if Wim in the best practice form.请问中文的翻译现在到位了没有？现在中文翻译，你听到？中文现在在吗？能听到翻译吗？ ，可以听到了。OK。 Channel 6 is in English, and Channel 6 is in Chinese. Spanish? And Spanish is on Channel 2. Buenos días a todos. ¿Sí escuchan la traducción? Sí, ya dijeron por allá que sí. Entonces, sí. Channel 1 is for English speakers. Channel 2 is Espanol. Channel 3 is on French. Channel 4 is in Russian. Channel 5 is in Arabic. Раз, два, три. Слышен ли русский перевод? Раз, два, три. Слышен ли русский перевод? Махните, пожалуйста, рукой. Спасибо. Итак, дамы и господа, доброе утро. Всех тепло приветствую на сегодняшнее основное заседание по кибербезопасности. Второй день нашей работы. Вторник, 13 ноября. Мы с вами заседаем в первом зале, а также проводим веб-каст. Приветствуем всех из африканского континента, из Юго-Восточной Азии, Карибского региона, из Европы и из обеих Америк. Добро пожаловать, дорогие друзья. Для нашей сессии ведется устный перевод. Пожалуйста, пользуйтесь специальным оборудованием. Потому что сегодня предусмотрена многоязычная сессия. Первый канал английский, второй канал испанский и шестой канал китайский. И прежде чем мы перейдем, собственно, к работе, я предлагаю объявить минуту молчания. Вы знаете, что вчера умер Стэн Ли, автор огромных, очень значимых культурных чудес и событий. Thank you. Большое спасибо. Вы знаете, что именно он был автором таких героев, как Человек-паук. И вы видите, что я как раз в майке такой, символизирующий Человека-паука, давая дань его достижениям. Всем слышно? Уважаемые коллеги, смотрите, как мы будем работать. Я надеюсь, что вы будете принимать активное участие в сегодняшних прениях, и у нас завяжется настоящий диалог. Мы не хотим вести это в формате лекции с подиума, скорее хотим, чтобы мы взаимодействовали с залом. Мы с вами работаем по теме «Практика в области кибербезопасности и защите частной жизни для обеспечения экономического роста и процветания для всех».
У нас выдающаяся группа экспертов, которая сейчас сидит перед вами на сцене. Сеп Бавё. Это Госдеп США. Будьте любезны, встаньте, пожалуйста, Сеп Бавё. Посол Лонжу. Координатор вопросов кибербезопасности Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, прошу прощения, Китая. Госпожа Мэлори Нодол, статья 19. Кристофер Стек, Телефоника. Энна Хиби, ВСРЛ. Она из Мексики. А также посол Мартина. Он представляет принимающую сторону, а именно Францию. Спасибо большое, что почтили нас своим присутствием. My sincere apologies, ladies. Уважаемые коллеги, прошу прощения. Небольшая заминка. Yes, my name is Ashna. А меня зовут Ашна Каламера, я работаю с САПЕСА. Это сотрудничество по вопросам ИКТ в Восточной и Южной Европе. О, прошу прощения, Африке. Прошу прощения, что я упустила вас при представлении всех участников экспертной группы. Давайте немножко общими мазками набросаем контекст, в котором мы работаем. Вы наверняка знаете, что кибербезопасность – это очень значимый информационный элемент. Есть огромное количество узких мест, уязвимых мест по мере сбора информации различными субъектами деятельности, представителями правительства, а также частными компаниями. И это генерирует огромное количество проблем с точки зрения обеспечения безопасности и защиты частной жизни. Всего несколько месяцев назад состоялась хакерская атака на одну из энергетических станций, электростанций в Украине. И это сподвигло правительство на реализацию и на формирование определенной политики в области безопасности, кибербезопасности. В Пакистане эта проблема тоже актуальна. Есть ли представители Пакистана в этом зале? Я знаю, что многие представители сообщества по борьбе с киберпреступностью и обеспечению кибербезопасности присутствуют здесь. Я знаю, что в последнее время очень много таких хакерских атак произошло именно в Индии и в Пакистане. Каждый из экспертов, присутствующих в этом зале, будет рассказывать и о том, как обстоят дела с точки зрения руководящих органов каждой из стран, и будут предлагать различные варианты решения этих проблем. Так что сейчас хочу передать им слово для буквально вступительной речи Давиду Матиньону, в частности. Большое спасибо, что вы пригласили меня для обсуждения этого вопроса кибербезопасности и защиты частных данных. Вчера выступал перед нами президент Макрон и сказал, что мы в правительстве Франции считаем значимым обеспечение стабильности в киберпространстве. Прошу прощения за заминку, я пока не сосредоточился достаточно для столь раннего часа. Уважаемые коллеги, мы знаем, что интернет нес с собой определенные ценности, открытость, универсальность, свобода. И одновременно с этим мы должны обеспечить безопасность интернета.
Мы должны сделать так, чтобы в интернет-пространстве не распространялась ни конфронтация, ни конфликты, чтобы это было место тишины и покоя. В реальном мире мы с этой проблемой худо-бедно справляемся, а сейчас проблема стоит гораздо более остро в киберпространстве. Почему? Дело в том, что каждый субъект действия может выступать как в качестве позитивного, так и в качестве негативного персонажа. Речь ведь идет не только о том, что сталкиваются между собой государства. Нет, здесь целый ряд участников действия. Государственный, частный сектор, законный и незаконный. Есть новые виды практики, которые мы хотели бы искоренить в киберпространстве. В частности, это так называемое возвратное хакерство, это приватизация или узурпация частными игроками кибербезопасности. Мы не хотим, чтобы кто-то был вне закона или выше закона. Для достижения этих целей нам важно прописать все наши цели. Для обеспечения эффективности и прозрачности функционирования наших демократических строев мы не должны допускать вмешательства в наш избирательный процесс. И вот все эти цели мы объединили в так называемый парижский призыв в интересах стабильности, о котором вчера говорил президент Макрон, и который он, кстати говоря, подписал от имени нашей страны. И эти цели нам предстоит достичь. Что для этого нужно? Для этого нужно привлечь и государственные органы, и все заинтересованные субъекты действия. Огромное количество частных компаний уже поддержали этот парижский призыв, и я надеюсь, что многие еще присоединятся. Именно и замечательно, что и неправительственные организации тоже к нам присоединились. И делают это гораздо более активно, чем представители государственных органов. Но и страны тоже не отстают, что не может не радовать. Наша задача – объединить усилия, проработать позиции, осознать их и в плодотворном режиме сотрудничать. И соответствующие совместные меры требуют наших совместных усилий в их реализации. Спасибо большое, уважаемый посол Матиньон. Теперь хочу передать слово Ланзу, представителю Китая. Расскажите, пожалуйста, о киберстратегии в вашей стране. Итак, дамы и господа, мы уже вступили в цифровую эпоху. Изменяется этика нашего отношения к цифровому миру, потому что появляются новые технологии. Общества объединяются в интернете, и это служит новым инструментом экономического и общественного развития в киберпространстве. Но одновременно с этим приходят и глобальные проблемы в области безопасности в интернете. И эта безопасность сейчас находится под угрозой. Страдают авторские права, страдает безопасность частной жизни. Множатся примеры киберпреступности, и кибертерроризм стал уже глобальной проблемой. К сожалению, мы с управлением интернетом не успеваем за этими развитиями, и таким образом стоит под угрозой сам правопорядок в интернете. В частности, очень нас тревожит распространение этих ложных новостей, того явления, которое мы называем fake news. Сейчас это приобрело по-настоящему монструозные масштабы.
И это несет с собой глубочайшие риски. Вот перед лицом этих угроз международное сообщество должно объединиться, сплотить ряды и таким образом обеспечить глобальное процветание всем жителям этой планеты. И я уверен, что это будет сотрудничеством обоюдовыгодным. Президент Пин говорит о концепции судьбы в киберпространстве. Это такой инновационный подход, в рамках которого речь идет о создании единого, объединенного киберпространства. От нас, конечно, волнует и вопрос развития такой отрасли, как кибербезопасность. Мы знаем, что безопасность в киберпространстве и экономическое развитие взаимосвязаны, и что одно идет рука об руку с другим. Наша задача закрыть этот цифровой разрыв. Мы не должны жертвовать безопасностью во имя экономического развития. Третий тезис. Обязательно наша работа должна основываться на конкретных правилах. Без правил ни мира, ни стабильности, ни доверия в интернете не добиться. Четвертый тезис. Важно, чтобы у нас был проработан модус функционирования на всех возможных уровнях. Китай нашел собственный путь для развития своего интернет-пространства. Я более подробно расскажу вам, как обстоят дела в ходе сегодняшней сессии. Спасибо большое. Хочу сообщить вам о том, как правильно сказали представители Франции и Китая, мы согласны, необходима правильная система регулирования и система сдержек и противовесов. И прежде чем я передам слово представителю Соединенных Штатов, я хотел предложить госпоже Ашне Коломеро выступить, представив нам точку зрения гражданского общества. Прошу вас. Я буду говорить, представляя точку зрения Африки южнее Сахары. Значит, что именно в этом регионе сейчас зафиксирован самый быстрый рост количества пользователей интернета, например, 25% распространения. И это является огромным стимулом для экономического развития, но параллельно и создает определенные проблемы с безопасностью, с киберпреступностью, с вымогательством, с различными видами травли, харассмента, воровства частных данных, распространения риторики ненависти, экстремизма. И эти угрозы не знают границ. Они возникают там, тут, одновременно подрывая доверие к интернету со стороны тех 25% населения, которые пользуются интернетом. И это требует определенного приоритизирования наших задач и с точки зрения формирования правил, нормативов, регулирования и одновременно реализации этих правил в сети. Киберпреступность и борьба с ней не должна использоваться для того, чтобы каким-то образом ограничивать свободу. Вот, например, возьмите Танзанию. Там был принят соответствующий закон по борьбе с киберпреступностью, и он послужил основанием для борьбы с недовольными, с критиками власти. В Уганде то же самое было. Для борьбы с диссидентами и для борьбы с теми, кто выражает критические идеи в отношении правительства. Так что в данном случае очень важно обеспечить возможность
донесение своей точки зрения для всех и каждого, и это требует определенного укрепления потенциала относительно кибербезопасности, как в частном секторе, так и среди широкой общественности. Таким образом, чтобы интернет стал тем самым локомотивом экономического развития для Африки, который стал для всего мира. И здесь, конечно, и насильственный экстремизм, и воровство частных данных, и гендерное неравенство – это те элементы, которые нельзя забывать. То есть нельзя забывать о том элементе защиты прав человека, который оказался попранным, например, в Танзании или в Уганде в результате принятия определенных законодательных актов. Спасибо большое. А теперь хочу передать слово госпоже Мелари, представитель статьи 19. Знаете, я, в принципе, согласна с Сашной, и я то же самое хотела сказать. В области кибербезопасности мы очень много внимания уделяем именно вопросу столкновения, конфликта. А другие вопросы оказываются как-то забытыми. В частности, вот в области фейковых новостей. Здесь нужно очень четко все проговорить. Это действительно связано с кибербезопасностью вопросы, но, к сожалению, они не находятся в центре нашего внимания. Мы в основном уделяем больше внимания именно риску инфраструктурного характера, экономике или странам. А ведь нужно думать о людях. Почему нас беспокоит кибербезопасность и безопасность, скажем, инфраструктурных объектов? Потому что пострадают люди, если они окажутся под угрозой. Ведь бизнесы существуют только потому, что есть определенные пользователи услуг, есть работники, которые обеспечивают это функционирование. Поэтому надо обращать внимание на людей. Это первое. И потом, нужно заложить основы нашей дискуссии по вопросам кибербезопасности. Вот вы говорите, правила. У нас полно правил, у нас есть и документы, определяющие вопросы прав человека, и уголовный кодекс. Там все, в принципе, содержится. Нужно как-то двигаться дальше, нужно делать шаг вперед. Не нужно стараться как-то пакетно все это решить. Нужно в индивидуальном порядке, достигая новых границ, решать эти вопросы, а не пытаться все жить одним скопом. Мы понимаем, что определенные те решения, которые мы принимаем, пока проблем не решают, имеется в виду на правительственном уровне. И вот эти политические решения зачастую оказываются недостаточно эффективными. Именно поэтому мы предлагаем работать с техническими подходами. Вот, например, с тем, как функционирует, например, моя компания занимается тем, как функционирует интернет, что называется, на уровне винтиков и болтиков, для того, чтобы попытаться определить возможности решения на этом техническом уровне. Мы должны понимать, что те решения, которые мы принимаем, должны принести пользу всем и в данном случае нам кажется, что норм технических стандартов мы можем внести свой значимый вклад, таким образом дополнив усилия представителей правительства. Теперь хочу передать слово представителю Госдепа США. Вот скажите, какие наиболее передовые подходы, наработки, которые используются в области регулирования или саморегулирования в области кибербезопасности, нацеленные на устойчивое экономическое развитие и укрепление доверия? Вот это как раз вопрос от, что называется, имени и от лица мирового сообщества. Спасибо большое. Но прежде чем я перейду, собственно, к этому вопросу, хочу поблагодарить и Салли, и Бена, которые, к сожалению, в этом зале не присутствуют, но хотели бы и принимали участие в организации этого мероприятия. Мне кажется, очень четко все предыдущие ораторы набросали тот контекст, в котором мы работаем, касательно и рисков, и угроз. Мне хочется добавить следующее. Важно то, как мы подходим к решению этих проблем. По какой причине? Дело в том, что мы рискуем потерять все те достижения и
которые были получены в результате развития интернета. Прошу прощения, техническая заминка. Микрофон все время отключается у оратора. Итак, эти достижения, инновации, рост, права человека, для нас они вроде бы как естественные, но мы должны не забывать о них при обсуждении любых выходов на возможные решения. Вот в нашей работе в США, например, мы очень внимательно относимся с большим энтузиазмом относимся к рискам межгосударственных конфликтов. Вот вчера президент Макрон выступал и вспоминал о том, что в это же время состоялось подписание мирного договора после Первой мировой войны, и одновременно проходила цифровая неделя 100 лет спустя. И он подчеркнул, что наша задача в том, чтобы предотвратить столкновения в интернете и не дать им вылиться в реальные конфликты в нашей повседневной жизни или в жизни государств. А ведь такой риск существует. Есть виды деятельности, которые могут выйти за пределы интернета и привести к открытым конфликтам на уровне межгосударственном. И я просто хотел сказать, что вот Белый дом опубликовал национальную стратегию, в которой перечислены те шаги, которые правительство Соединенных Штатов принимает для обеспечения безопасности в киберпространстве. Это такой всеобъемлющий документ, очень обширный. Но есть несколько пунктов, к которым я хотел привлечь ваше внимание. В основном они, конечно, касаются наших внутренних принципов работы, но есть и определенный элемент международного сотрудничества, который необходим для укрепления потенциала каждой из стран, для продвижения прав человека, свобод, а также повышения качества цифровой экономической работы и борьбы с противоправными действиями в сети. Я надеюсь, что мы эти идеи потом разовьем в ходе заседания. А теперь хочу передать слово Кристоферу Стеку, представителю компании «Телефоника». Как сотрудничество между правительственными органами, техсообществом и частным сектором помогает или мешает формированию открытого, безопасного и надежного интернета? Спасибо большое, что вы нас пригласили. Нас представили «Телефоника», и, может быть, в нашем лице вы пригласили весь частный сектор. Хочется сказать следующее. Кибербезопасность – это один из тех приятных вопросов, по которым нет разногласий. Никто в этом зале не скажет, что кибербезопасность не нужна, пусть интернет порастет травой. То есть, другими словами, мы с вами, по крайней мере, на базовых позициях стоим общих. Но важно понимать, что та экосистема, в которой существует интернет, отличается сложностью. Она очень изменчива, она постоянно эволюционирует, она основана на сложных технических решениях. Вот возьмите свой мобильный телефон, у вас там операционная система 1, у вас там приложение 2, у вас сетевое подключение 3, у вас сама железка, само техническое наполнение микрочипы, это 4, потом кабели, которые лежат на дне морском, 5. И таких элементов можно перечислять бесконечное множество. И кто-то же их производит, но кибербезопасности нужно понимать следующее. Здесь мы сильны настолько, насколько сильно наше слабое звено. А преступники, они всегда именно на это слабое звено, на это бутылочное горлышко и нацеливаются. Технологии усложняются, мы переходим к интернету вещей, когда все вещи будут подключены к интернету. Что это значит? Это значит, что каждый элемент этой сети будет дешевле, более универсальным, будет меньше маржа, меньше процент доходности, а это значит, что и инвестиции в безопасность будет меньше, и каждый из элементов будет более уязвимым. Это первое. Второе.
И нельзя сказать, что весь мир одинаково готов к обеспечению кибербезопасности. Тоже справедливо и для различных компаний. У каждого свой уровень готовности. Так что формируется значительная асимметрия по различным субъектам этой деятельности. Что же делать? Понятно, исходя из анализа этих угроз, которые перед нами стоят, что подход должен быть горизонтальным. Приведу пример. 80% критически значимой инфраструктуры принадлежит частному сектору. Да, безусловно, представители вообще госуправления имеют огромную роль, конечно, в управлении такими вещами, но в данном случае они находятся все-таки в руках частного сектора. И есть международные, даже региональные организации, которые позволяют обсуждать и разрабатывать эти вопросы. И вот мое предложение, мой подход. Это должен быть микс саморегулирования, а также внешних стандартов. Это должен быть такой мягкий подход. Должен быть определенный набор норм, который будет включен, предустановлен в каждый из продуктов. Я постараюсь это более подробно объяснить чуть позже. Сейчас пока для затравочки на этом все. Спасибо большое, Кристоф. Майкл Лишибу хочется задать вопрос или предложить выступить кому-то из тех, кто подключен к нам как раз по той самой интернет-связи. К сожалению, видео пока нет. А тогда Эна Хиби, представитель Мексики, один из участников, работников исследовательского центра, общественного центра исследований и в области информационных технологий. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение. Спасибо, что дали возможность поделиться нашей точкой зрения. В прошлом году в Мексике была принята национальная киберстратегия. Но нельзя сказать, что до ее появления мы сидели сложа руки. Нет, мы просто приняли решение объединить наши усилия, проанализировать, кто чем занимается, как обстоят дела. И вот эта национальная стратегия по обеспечению кибербезопасности была сформирована на основании общественных консультаций и привлечения специалистов из этого сектора. И у каждого была возможность высказаться. Важно упомянуть, что Мексика не жалеет усилий для того, чтобы помочь соседям в регионе и распространять эту культуру кибербезопасности, чтобы каждая из наших стран-соседей была готова. И теперь расскажу о том, на чем основана наша стратегия. Принципов основных три. Первое. Права человека. Все меры, которые мы принимаем для обеспечения кибербезопасности, должны соблюдать права человека. Второе. У нас есть подход, основанный на анализе риска. И третье. Наш подход обязательно не только многосоставный, междисциплинарный, но и привлекает все заинтересованные стороны. Вот стратегия на этих принципах базируется. Важно сказать, что утверждение этой стратегии было лишь первым шагом. Теперь нам предстоит шаг второй – ее реализация. Значит, что у нас вскоре предстоит смена правительства. Для стран очень важно обеспечить преемственность работы на уровне программы, чтобы новое правительство не начинало все с нуля, потому что правительства сменяются, а страна должна развиваться. Потому что бывает так, что вновь избранные представители государственной власти начинают все буквально с нуля. Но в данном случае с привлечением и гражданского общества, и исследовательского сообщества, и представителей частного сектора, такого, я надеюсь, не произойдет. Правительство выступает в качестве координатора, но право выступить. Thank you, miss. I'd like us to... Спасибо. Очень интересно, вы отметили
выступлениях моменты, в частности, вопросы противостояния порой государств. И это переводит нас к следующей нашей теме, которая всплыла, когда мы готовились к этой секции. Вопрос будет к целому ряду наших участников по подиумной дискуссии. Вопрос такой: как вам видятся перспективы кибердипломатии, так называемой? Как напряженность в геополитическом плане при этом может сказываться на различных международных нормах в области кибербезопасности и как смягчать эту напряженность в геополитической сфере? Спасибо. Ну, по-разному можно ответить, конечно, на этот вопрос. Я сделаю первый шаг, если хотите. Скажу о тех усилиях в области дипломатии, которые мы уже прилагаем на протяжении многих лет, в частности, на площадке ООН. ООН – очень важная площадка как раз для построения консенсуса вокруг понятия национальной безопасности. Что мы работаем и в ООН, и не только. Работаем над созданием механизма стабильности. И мы считаем, что такой механизм стабильности может помочь не допустить межгосударственных конфликтов. И тут три основных элемента. Во-первых, применение, согласие о том, что необходимо применять нормы международного права к действиям государств в интернете. Второе, необходимо использовать необязательные для выполнения положения и рекомендации в мирное время. И государства принимают соответствующие меры для содействия развитию мер взаимопонимания и взаимного доверия, что позволит избежать конфликтов. Так что большая часть работы ведется на площадке ООН, часть на других площадках. Но в этом году у нас была принята резолюция. Ну, подождите, сейчас я еще хотел бы сказать несколько слов о группе экспертов государственных, которая с 2009 года работает и подпитывает, если можно так сказать, вот этот самый механизм безопасности и стабильности, о котором мы говорим. Это платформа для обсуждения всей этой тематики, потому что хорошая платформа, потому что основана она на консенсусе. И опирается на сообщество экспертов. Кроме того, было принято в результате работы в 2016-2017 году был принят ряд интересных решений. Так что, в принципе, темп мы набрали и рассчитываем, что в Первом комитете он будет принят соответствующая резолюция, которая опирается и проистекает из ранее принятых на базе консенсуса резолюций. И мы рассчитываем, и мы отмечали поддержку, практически единогласную поддержку этой резолюции. И мы считаем, что эта резолюция станет основой для формирования дальнейшего консенсуса и разработки более глубокой всей этой проблематики. Вот что я хотела сказать на этом этапе. Спасибо, посол Мартинон. Или господин Лонгжу, может быть. Спасибо, госпожа председатель. Я со своей стороны хотел бы представить точку зрения КНР на эту проблематику, на вопросы кибердипломатии. Для поддержания кибербезопасности необходимо, конечно, сохранять и свободный доступ к интернету, открытость интернету. Это в интересах всех и каждого встает вопрос, как добиться этого, как обеспечить свободу интернета и в то же время кибербезопасность. Но что такое киберпространство, понимается по-разному. Я так понимаю, что киберпространство все же отличается от физического реального пространства.
Но в то же время киберпространство не существует в вакууме, оно не оторвано полностью от реальной нашей жизни. Именно поэтому мы должны принципы, которые регулируют киберпространство, должны быть связаны с теми мерами, которые, с теми принципами, которые регулируют жизнь в реальном обществе. Если мы ориентируемся на принципы, принятые в ООН, зафиксированные в Хартии ООН, то эти же принципы должны применяться в целом и к киберпространству. Это должна быть единая наша общая база. Но если такой базы не будет, то и ни о каком управлении интернетом говорить будет невозможно. С другой стороны, киберпространство все же пространство особое. Учитывая стремительное развитие технологий, интернет-технологий, необходимы нам инновационные идеи для того, чтобы обеспечить подлинное и действенное управление интернетом. И мы считаем, что необходимо ориентироваться на принцип единой судьбы в киберпространстве. Мы должны ориентироваться на идею общего совместного развития, потому что в киберпространстве интересы стран переплетены, естественно. И мы должны опираться на сотрудничество всех стран. Коллега из США говорил о процессах, которые идут на площадке ООН. Мы принимаем самое деятельное участие в усилиях на уровне Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что процессы эти должны носить еще более инклюзивный характер, чтобы больше стран подключилось к этим процессам. Тогда нам удастся обеспечить справедливое и устойчивое управление интернетом. Спасибо, господин Лонгжу. Посол Мартинон, спасибо. Хотел бы откликнуться на то, что говорили коллеги мои из США и из Китая. Коллега из США говорил о группе экспертов высокого уровня ООН. Мы имели возможность принять участие в работе этой группы с Лонгжу. Действительно, эта инстанция была очень полезной, и действительно была проведена огромная работа, об этом справедливо Сэф говорил. Определенный график работы был у этой группы, работали эксперты. Их было достаточно ограниченное количество, что переговорный процесс, в общем, сделало действенным, рабочим. Целый ряд интересных был сделан выводов. Ну, во-первых, это теперь общепринятое понятие. Во-первых, мы договорились о том, что Хартия ООН и принципы, которые заложены в Хартии ООН, применяются в киберпространстве. Мы при этом успешно рассмотрели следующий вопрос. Определение добровольных норм поведения. То есть по-английски это выражается в форме «государством следует» или «государством не следует». Это очень важное уточнение, кстати сказать. Это некая новая грамматика, которая используется в применении к киберпространству. Мы попытались составить в новых грамматических формах этот документ. И на сегодняшний день мы можем сказать, что в 2017 году на последнем раунде переговоров не смогли мы прийти к консенсусу. Работали 4 недели, очень напряженно работали, но в конечном итоге не смогли договориться по всему комплексу норм соображений. То есть нужно продолжать работу. Сэф справедливо совершенно говорил о том, в каком контексте сейчас ведется работа в ООН. Две резолюции было принято, одна по инициативе Российской Федерации, вторая по инициативе представлена была США. То есть, конечно, это не самый лучший вариант, когда имеется два текста, лучше, когда есть один консенсусный. Но в любом случае такова реальность, и никуда от нее не денешься.
приходится исходить из реальности. Наша задача – обеспечить продуктивность дальнейшей работы. Опять будет работать группа правительственных экспертов. В таком достаточно узком составе они поработают над прояснением положений международного публичного права по прояснению норм поведения добровольных. Это будет закрытая группа, закрытого состава. И будет еще группа открытого состава, в работе которой смогут принять участие все представители государств-членов ООН. Без каких-то ни было сроков, обозначенных заранее для завершения работы. В принципе, это, конечно, не самый лучший вариант, опять же, потому что если хочешь какого-то решения не принять, то вот не определяй, как водится, не определяй сроков. Но так или иначе, нужна площадка для широких обсуждений. Но, кстати, что еще мы отметили во время последнего раунда переговорного процесса в 2017 году, это следующее. Целый ряд новых тем всплыл на поверхность. И по этим темам нужно обеспечить взаимодействие на государственном, межгосударственном уровне, но, наверное, не только. Нужно подключить к этой работе по определению норм поведения, подключить к этой работе других стейкхолдеров, в частности, частные компании. И в данном случае, скажу даже конкретнее, компании, которые работают по софтам. Что это за новые такие проблемы? Ну, во-первых, как я говорил ранее, в киберпространстве все чаще встречается явление обратного хакерства, контратаки, киберконтратаки. Мы не хотели бы приватизации войн таких, если хотите. Мы хотели бы, чтобы государства сохранили за собой монополию поддержания порядка в киберпространстве. Это первый момент. Второе. Тема. В область, в которой уже были разработаны нормы поведения межгосударственные, мы считаем, в которой надо дальше зайти. Это контроль над распространением злонамеренных инструментов, если можно так сказать, в киберпространстве. Это непросто, но мы все же не должны отворачиваться от этой проблематики. Потому что если мы будем закрывать глаза на эту проблематику, это может вообще раскачать весь мир, раскачать все киберпространство. И третья сфера, где, конечно, слово за государствами, но нужно и отрасль привлекать, это определение ответственности системных акторов. Что я имею в виду под системными акторами? Это отрасли или компании, чье место и вес на рынке, и в первую очередь на рынке программного обеспечения, удельный вес таков, что они могут повлиять вообще на все киберпространство. И мы это видели на целом ряде примеров. Совершенно очевидно, что некоторое количество акторов, частных, государственных или частных, стоящих на службе государства, используют изъяны информационных технологий. Идет ли речь о устройствах, идет ли речь о софтах. Это все чаще и чаще встречается. Мы видим, что для того, чтобы обеспечить стабильность в киберпространстве, совершенно необходимо, чтобы продукты, которые выбрасываются на мировой рынок, были бы более безопасными, тем, чтобы меньше в них было таких изъянов, меньше узких мест. И если мы усилия эти не приложим, и если сами компании откажется от того, чтобы определить свою ответственность, это прямая дорога к полному хаосу. И компании понимают, что здесь стоит на карте. На примере мы видели это и Microsoft, и Siemens, которые заключили соглашение. Но и не только они осознали на сегодняшний день свою особую ответственность и готовы предпринять конкретные действия, шаги. И опять-таки делать это надо безотлагательно, времени ждет. Спасибо, посол
Мартинон. Целый ряд интересных моментов прозвучал в ходе выступлений представителей трех государств США, Франции и Китая. Вот интересный комментарий Кристофа. Ранее он говорил, что фактически крупнейшие мировые интернет-инфраструктуры находятся в руках частного сектора. И поэтому мы не можем не говорить о повышении подотчетности и ответственности корпораций. Вот этот вопрос мне хотелось бы снова переадресовать участникам дискуссии. Вот на государственном уровне сейчас ведется переговорный процесс, готовятся документы. Как вы говорили, два текста консенсусных было подготовлено. Два текста не консенсусных, естественно. Два раза голосование проводилось, консенсуса не было как раз. И что происходит, когда формируется такой очень неустойчивый, но все же баланс? Если частный сектор на 80% владеет инфраструктурами основными, требуется подотчетность. До этого госпожа Мэлори из статьи 19 говорила о разработке стандартов. И у нас различные семинары и воркшопы проходят на этой неделе. В частности, по транспарентности, обеспечению транспарентности в области кибербезопасности. И вот у меня вопрос. Вопрос будет Кристофу. Может быть, вы нам что-то на эту тему скажете? Да, с удовольствием. Я приму эстафету господина Мартинона. Замечательная идея он высказал. Действительно, саморегулирование, как я ранее говорила уже, это ключевой подход для частного сектора, безусловно. Поэтому как раз компании важны для обеспечения кибербезопасности. Моя компания делает необходимые шаги для обеспечения кибербезопасности. Мы взаимодействуем с несколькими десятками компаний, ведущих киберкомпаний, с тем, чтобы обеспечить безопасность в киберпространстве. Так что саморегулирование очень важно. Инициативы множатся. Но нужно сказать, что часто европейские и американские компании собираются какие-то меры предпринимать, но при этом общих инициатив нет. Почему? Ведь в наших общих интересах обеспечение безопасности киберпространства. Как еще можно действовать? Глобальные сетевые инициативы GNI, которые работают над темой свободы слова и защиты частной жизни или конфиденциальности. Работаем мы также с нашими коллегами, с другими компаниями, обмениваемся опытом, смотрим на передовую практику. Вопросы доступа к данным со стороны государственных органов нас тревожат. Необходимо, конечно, чтобы возобладали права человека. Но иногда мы сталкиваемся с серьезным вопросом, когда вопросы безопасности государственной и частной жизни оказываются, скажем так, в контрах. И мы работаем с правительствами, с государственными органами, информируем о той работе, которую мы на своем уровне ведем. Я считаю, что мы коллективными усилиями можем достигнуть больших успехов, что диалог может быть весьма плодотворным. Отмечу также, что помимо осознания вопросов прав человека, помимо готовности отражать кибератаки, встает такой вопрос, что делать, если система дает сбои? Бывают ведь такие сбои. Есть такие примеры. Моя компания «Телефоника» была одной из первых компаний, которые доложили об инцидентах, которые проявили транспарентность в случае сбоев. И сейчас Европейский Союз встает на этот же путь. Передовая практика. Страна, каждая Евросоюза должна создать у себя центр по кибербезопасности.
И компании обязаны докладывать в этот центр в рамках обеспечения транспарентности различные инциденты в области кибербезопасности. И дальше этот центр обрабатывает информацию, и мы должны реагировать, оперативно реагировать. И это очень хорошая процедура, кстати, потому что мы быстро таким образом выходим на людей, которые борются с этими кибератаками. Например, мы можем, крупные компании с большим опытом могут помогать стартапам, более мелким фирмам в борьбе с кибератаками. Теперь мы должны понимать, что у нас общая цель – обеспечить безопасность киберпространства. И тут можно найти пути взаимодействия между государственными органами и компаниями, между гражданским обществом и компаниями частными. У нас общие интересы, их немало. Мы все заинтересованы вам в значительной степени в таком сотрудничестве. Инструментов много. Тут не только вопрос о формировании политики в работе директивных органов. Собственно, идея, главная, наверное, сверхидея, заключается в том, что мы должны действовать сообща. Спасибо, Кристоф. Прежде чем я задам слово представителям гражданского общества, Асне и Анахибе и Мэлори, я хотела бы открыть микрофон для зала. Есть ли у кого-то вопросы или выступления? Попрошу только не выбиваться из графика. Регламент 1 минута. Пожалуйста, встаньте, чтобы видно вас было. Пожалуйста. Добрый день. Ханс Клайн. Я из Джорджа Тек, из Принстонского университета. Вопрос к Малори из статьи 19. Вот мы слышали выступление президента Франции, слышали много разговоров об интернет-безопасности, о том, что нужно регулирование, опасности, опасности, опасности со всех сторон нас пугают опасностями. И я боюсь, что этот подход может привести к более жесткому контролю со стороны государства и снижению степени свободы в интернете. Вот эти вот все стенания по поводу того, что со всех сторон опасности, нам нужно государство, государство помоги, на помощь, все это нас бросает, можно сказать, в лапы государства. Как вы считаете, не бросают ли нас в медвежьи объятия государств? Спасибо. Кто еще хотел бы выступить? Руки поднимите и держите, пожалуйста, чтобы вас видно было. У меня вопрос к представителям США и Китая. Мы видели информацию о хакерах, которые взломали критические инфраструктуры. И вопрос у меня такой. Как строить доверие, как выстраивать меры доверия, если одна страна обвиняет другую в кибератаках на самом высоком уровне, если такие звучат обвинения? Спасибо, доктор Чан. В середине зала, пожалуйста, один из двух. Пожалуйста, только представляйтесь, кто вы, что вы и как, и ваш вопрос. Минута времени. Спасибо. Итан Суэй. И вопрос мой касается того, что говорил Дэвид о частных компаниях и интернет-безопасности. Фактически 80% инфраструктур в руках частных компаний. И часто, насколько я понимаю, компании уклоняются от ответственности, но до тех пор, пока не случится какой-нибудь страшный инцидент и скандал. Как сделать так, чтобы компании не отказывались бы от мер по обеспечению безопасности до тех пор, пока гром не грянет? Спасибо. Пожалуйста, вставайте, а то вас не очень хорошо видно.
Михаил Вожняк. Я работаю в рамках проекта по борьбе с организованной преступностью, отвечаю за вопросы безопасности журналистов. У меня целый ряд вопросов будет. Я знаю, что у НСА, например, огромный бюджет, больше, чем у некоторых государственных органов, и определенные разрабатываются технологии в различных инстанциях подведомственных НСА, и затем они становятся предметом утечки. И вот как обстоят дела в данном случае, как обеспечивается безопасность на этом уровне? Спасибо. Я по-испански буду выступать. Мариана Вальби. Я из Венесуэлы, представляю неправительственную организацию, который занимается защитой журналистов. Вопрос у меня к господину Стеку. Вы говорили о балансе, о напряженности, как регулировать отношения между различными государствами и негосударственными акторами. Венесуэла – одна из стран, в которых свобода в интернете, наименьшая свобода обеспечивается в интернете. И наша организация проводила анализ и отметила целый ряд примеров жесткой цензуры в интернете. У меня вопрос будет к представителю компании Telefonica. Как вы разрешаете проблему эту, когда государственные акторы вмешиваются? Вы извините, ваша минута истекла. Есть ли еще желающие выступить и задать вопрос? Ну, а своих соседей справа и слева я призываю реагировать. Спасибо. Я работаю в организации в обеспечении кибербезопасности по организациям и системам. У нас во Франции немало ассоциаций, которые занимаются вопросами кибербезопасности. И вопрос мой к господину Мартинону. Вот это вот сообщество ассоциаций, которые занимаются борьбой с киберпреступностью, которые занимаются кибербезопасностью, это, наверное, самый интересный для вас собеседник, интересный стейкхолдер. Есть и другие ассоциации такие по кибербезопасности в Европе. Знаете ли вы о них? И не только в Европе. И последнее выступление из зала, затем вернем микрофон сюда по президиум. Пожалуйста. Спасибо, Артуро Риадрио, Парагвай. Буквально два слова. Хочу адресовать свое замечание господину Мартинону. Вопрос такой. Не переходим ли мы от критики фейковых новостей и риторики ненависти к дискурсу ужаса перед отсутствием безопасности в интернете? Да. Майкл или Шиба, появились у нас удаленные участники? Да, один вопрос. Односторонний подход, националистические подходы, не помешают ли они созданию единой системы кибербезопасности и управления интернетом на уровне ООН? Америка прежде всего, как это все сочетается с понятием интернет-доверия, с одной стороны? Как также обеспечить открытость и транспарентность, учитывая, что присвоением доменных имен и адресов занимается частная корпорация, действующая в рамках американского права? Как можно добиться доверия в отношении интернета, когда националистическая политика, тенденция к монополярности может привести к раздроблению интернет-пространства? Это все одно и то же замечание, одна ремарка, да? Кристоф, пожалуйста.
Не могу ответить на все, отвечу на вопросы, которые были адресованы мне и в моем лице частному сектору. Как содействовать тому, чтобы частный сектор осознал свою ответственность и действовал соответствующим образом? Но вы знаете, многие компании осознают свою ответственность и предпринимают шаги. Примеры я вам уже приводил, могу еще привести. Конечно, есть компании, которые более серьезно к этому всему относятся, другие менее серьезно, но тем не менее. Ну, ответ такой несколько циничный я вам дам. Вы знаете, чувство ответственности на вас сваливается, когда параллельно с кибератакой. И те, кто пострадал от кибератак, теперь прекрасно понимают, что это большой риск и что нужно с этим что-то делать. Риск инцидентов в области кибербезопасности в предстоящие несколько лет могут обойтись в триллионы долларов. Вот это вот самый, наверное, действующий аргумент в адрес компании для того, чтобы они взялись всерьез за дело. Гигантские риски, лежащие в чисто экономической сфере, это язык, на котором можно говорить с компаниями. Конечно, и правительства тут могут помочь, и гражданское общество тоже может помочь. Инициатив немало очень хороших по установлению диалога со всеми заинтересованными сторонами. Это тоже полезно. Вопрос был также по поводу телефоники и прав человека, если я правильно понял. Ну, как я говорил, мы входим в состав TGNI. Туда входят компании, которые согласились в своей деятельности во всем мире соблюдать принципы прав человека. У нас есть общие стандарты, где бы мы ни работали, мы действуем в соответствии с этими стандартами. Мы отстаиваем права человека, привержены правам человека, ведем на местах диалог с государственными органами и с гражданским обществом по вопросам прав человека. Но это, конечно, все долгие процессы. Мы не можем изменить политические системы, мы и не собираемся, но могу сказать со всей ответственностью, что наша компания привержена правам человека. Спасибо большое. А теперь передаю слово Зету Бове. Будьте любезны, ответьте на вопрос, адресованный вам. Вы знаете, там еще была парочка, которую меня тоже зацепили. Первое, по поводу уязвимости инфраструктурных объектов. Тема нас это очень волнует, и наверняка всех сидящих в этом зале, включая представителей госорганов. Это для правительства США область особого приоритета. Усложняет ситуацию и то, что информация иногда появляется в СМИ, не всегда она бывает точной. Поэтому я всем заинтересованным лицам предлагаю для получения точной и объективной информации слушать правительство США, а не средства массовой информации. Потому что как только нам информация становится известной, мы тут же раскрываем всех, кто стоял у истоков этой атаки. Хочу также развить то, что, о чем говорил Кристоф. Есть вот эта идея того, что центры борьбы с киберпреступностью должны развиваться по всему миру, чтобы это было не только нашей работой, чтобы это была всеобъемлющая работа. Мы используем дипломатические инструменты для того, чтобы были каналы между нашими сообществами. Дипломаты этим занимаются. Чтобы, когда речь идет о действительно серьезных инцидентах, мы могли бы на них реагировать более активно. Вот я услышал тут, прозвучали слова «Америка прежде всего» в отношении управления интернетом. Не знаю, к чему это, конечно, относилось, но... Возвращаясь к той национальной стратегии по обеспечению кибербезопасности, скажу, что там было четко прописано угрозы в киберпространстве. Международные по своей природе имеют различные формы и затрагивают всех
и представители частного сектора, и представители госорганов, и, в общем, кого не возьми, всех затрагивают. И требуют международного сообщества, это и работы международного сообщества. Это единственный способ решения таких проблем, так что в данном случае приверженность к многостороннему подходу не нужно ставить под сомнение. Были вопросы и в адрес представителей гражданского общества, в частности, госпожа Мэлори, представителю статьи 19. Но мне кажется, что можно в развитии задать следующий вопрос. Вот формирование госполитики каким образом учитывает баланс между обеспечением безопасности и защитой частной жизни? Считаете ли вы, что они, наоборот, дополняют друг друга? Или что есть определенный компромисс? Или от чего-то придется отказаться? Вы знаете, мне очень нравится то, что во главу угла на этом форуме мы вынесли слово «доверие». И здесь, когда мы говорим о секьюритизации, и вот ощущение сомнений, неуверенности относительно того, к чему мы придем. Вы знаете, получается, что закручивание винтов не всегда позволяет укрепить доверие. Именно об этом мне и хотелось поговорить. Вот смотрите, правительство и частный сектор наверняка друг другу доверяют, потому что они по этим вопросам регулярно сотрудничают. Но иногда для обычных людей это довольно проблематично выглядит. Потому что когда государства с представителями частного сектора работают вместе, они в основном озабочены обеспечением доступа, защитой авторских прав и так далее. А простых людей волнуют другие вопросы, их волнует вопрос прав человека. И эти вопросы зачастую оказываются вне поля зрения сотрудничества правительства и частного сектора. А ведь я говорила вам, человек должен стоять в середине всех этих усилий. Вот какие бы стратегии я ни читала, какие бы меры я ни рассматривала, везде, если человек упоминается, то только в негативном ключе, в качестве носителя вот этой вредоносной идеи, хакера и так далее. Так что нужно просто поменять оптику. И в данном случае никто не учитывает интересы широкой общественности. Людей, имеющих технические знания, воспринимают как будущих подозреваемых, а нужно по-другому к этому относиться. А кто же наделил доверием эти органы, государственный или частный сектор? Это ведь и есть общественность. Прошу прощения, что прерываю вас. Нам нужно немножко придерживаться графика работы. Я просто хочу поддержать сказанное СЕПом относительно множественности компетенций и многостороннего подхода. Хочу передать слово Энни Хибе, чтобы она могла поучаствовать. Но вы знаете, я хочу вернуться к вопросу ответственности частного сектора и достижения этого посредством законодательных мер. В частности, вот это законодательство, которое требует сообщения о состоявшихся таких цифровых инцидентах, а есть страны, где этого не существует. Например, в системе ООН главный руководящий принцип – это права человека. И поэтому трансграничные корпорации должны обязательно в своих усилиях учитывать борьбу за права человека. Ну и еще один способ участия частного сектора заключается в том, что они могут обмениваться информации, потому что многие компании информацию эту прячут и пытаются не допустить ее появления в средствах массовой информации, например, потому что они боятся за
свою репутацию, например. А если принимать во внимание, что все мы преследуем общую цель, и конечные пользователи, и госорганы, и частный сектор должны объединять усилия, потому что жертвой такой хакерской атаки может оказаться кто угодно. Спасибо большое. С точки зрения гражданского общества Африки южнее Сахары, мы признаем реальность этих угроз, этих рисков. Действительно, есть проблема подрыва доверия, угрозы частной жизни. И наша главная проблема, или, скажем так, задача в нашей работе – это не допустить, чтобы какие-то ни было законодательные акты использовались для подавления свободы выражения мнений или борьбы с несогласными, с недовольными. И это, нам кажется, главной проблемой. А вот теперь баланс защиты частной жизни. Мы считаем, что, к сожалению, очень мало проводится общественной консультации при формировании государственной политики. Вот этот закон о борьбе с кибербезопасностью на самом деле используется в качестве инструмента для подавления свободы выражения и свободы мнений. Он был принят, между прочим, за одну ночь буквально, то есть никаких там не было проведено консультаций, никаких обсуждений, и никто даже не смог призвать правительство к ответу относительно его международных обязательств. Но у нас, в принципе, практика в области цифровой безопасности не очень-то на высоте. Здесь нам есть чему поучиться. И для большинства акторов как раз стоит вопрос правильного баланса между защитой прав человека и другими соображениями. Но в данном случае принципиально важно проводить обсуждение таких новых законопроектов до того, как они утверждаются, чтобы общественность могла призвать правительство к ответу относительно тех обязательств, которые он взял на себя в международном формате. Спасибо большое. Но, вы знаете, в ходе этого форума мы очень много обсуждаем ситуацию в области регулирования, где регулированием занимаются государственные органы. А я хотел бы рассказать вам, как обстоят дела в Китае. Вот я говорил уже, что мы, благодаря усилиям всех акторов Китая, смогли найти свой собственный уникальный путь управления интернетом. Мы как говорим в Китае? Каждый сапог должен быть в пору, как гласит китайская поговорка. О чем идет речь? Это значит, что у нас не только должна быть обувка, но должна она нам на ноги налезать. И вот так же и с правилами тоже. У нас Китай очень инновационная страна, огромное количество новых технологий, и все это, конечно, внесло огромный вклад в общественное и экономическое развитие нашей страны, и народу это все пришлось по вкусу. Поэтому мы считаем, что да, конечно, важно задавать определенный курс, что называется, правительственными органами, но и участие общественности и организации гражданского общества и частного сектора тоже принципиально. Почему? Потому что правительство же не может за всем уследить и все держать в руках. Дело в том, что предпринимательский дух, он как фонтан, и невозможно его ограничить. Предприятие. Например, Alibaba, такой, вы знаете, такая
торговая платформа китайская и другие, сами выступают с инициативами по возможному регулированию. И сообщество, занимающееся хай-теком, прорабатывает эти идеи. Они предлагают и организуют различные семинары, ателье и проводят внутренние собрания для того, чтобы выработать принципы управления интернетом. И я уверяю вас, что сотрудничество правительственных органов с представителями отрасли продолжится. А теперь хочется дать слово для завершающих соображений. Спасибо большое. Вы знаете, я не хотела на этом заканчивать, потому что вопросов мне задано было очень много. Поэтому придется обобщать, скажу так. Я впервые выступила на этом форуме 5 лет назад. Вот прошло 5 лет, и мы еще через 5 лет мы проводим заседание во Франции, в Париже. И я чувствую, с какой настороженностью гражданское общество относится к действиям правительства во всех областях. Вот Малари нам говорит, что в ходе наших обсуждений мы совершенно упускаем из виду людей. А как же так? Когда мы говорим о кибербезопасности, мы же говорим именно о том, чтобы людей не обворовывали до нитки онлайн. Или вот когда коллега из Принстонского университета говорят, вот что рисками кибербезопасности мы пытаемся загнать в ежовые рукавицы общественность. Но, простите, так оно и обстоит, когда стоят вопросы войны и мира. Правительство, государственные органы должны принимать решения, пока кибервойны не выплескиваются в реальную жизнь, люди не гибнут, вы говорите. Но сколько больниц оказалось отключено в результате хакерских атак от жизнеобеспечения? Вот на Украине, например, зимой в результате нападения на электростанцию дома остались без тепла. Но все молчат, никто не говорит, сколько народу погибло в результате. Ну, может быть, и не погибло, я не знаю, но в будущем они могут погибнуть в результате вот таких вещей. И получается, что мы... И мы же не можем предъявить претензии какой-то частной компании, которая владеет той или иной сетью, и что в результате инцидента не смогла осуществлять услуги. Нет, граждане пойдут к правительству, они встанут перед зданием правительства и будут требовать обеспечения своей безопасности. А Оранж окажется не при делах. Вот почему я... Обращаюсь ко всем и каждому. Пожалуйста, давайте вместе попытаемся выйти из этой атмосферы недоверия, подозрительности друг к другу. И давайте работать по вопросам управления в демократическом ключе. Никто никого не пытается задавить, придушить и прижать к ногтю. Вот президент Республики Франции обратился ко всем с призывом. Познакомьтесь с ним, почитайте, я уверяю, что и ваше сердце эти искренние слова всколыхнут. Дамы и господа, мы с вами начали с обсуждения вопросов укрепления доверия в области кибербезопасности. Говорили о ситуации дихотомии, о напряженности между решением задачи обеспечения защиты информации, частной информации и кибербезопасности. А, Маркус, будьте любезны, можно я попрошу вас немножко посвятить нас в содержание того проекта доклада, который будет опубликован онлайн? Маркус Коммент. Да, у нас завтра утром будет проходить сессия по передовой практике и наработкам. К сожалению, у меня под рукой нет графика, по-моему, что-то в 10 или около того. Мы уже опубликовали проект доклада.
Мы будем рассматривать те комментарии, которые были получены. И в результате подготовим итоговый текст, который распространим среди всех участников и более широкой общественности в качестве результатов нашей сессии по форуму передовой практики. Если хотите, приходите завтра. Вы знаете, чем интересен этот проект доклада? Там как раз рассматривается вопрос того, что не нужно обязательно жертвовать защитой частных данных для обеспечения кибербезопасности, и обратное тоже справедливо. А теперь хочу поблагодарить наших участников теплыми аплодисментами. Хочу поблагодарить Майкла Илишиба, который обеспечивал нам стриминг онлайн, а также привлечение участников в интернете. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в обсуждении тех вопросов, которые сегодня были на нашей повестке дня. Спасибо, что почтили нас своим присутствием. Основная сессия по кибербезопасности на этом закрыта, уважаемые эксперты. Будьте любезны, пожалуйста, не покидайте сцену. Мы вас хотим сфотографировать. И спасибо большое нашему замечательному модератору, тоже говорит один из участников экспертной группы.